Никто не забывал из вас комбайн? Да. Пойдем посмотрим. Наверное, забавная штука. Так. Что у нас тут? Старый комбайн. Прикольно. Причем это даже не свалка. Это вот какая-то такая вот локация. Я туда не полезу, потому что... Ну, вот так покажу вам. Запрещается, смотрите тут. Сколько всего интересного есть. Всякие трубочки. Да. Прикольная штука. Давайте сюда залезем, посмотрим. Рассельмаш. Прям даже песня про вспомнилась. Про чуваков, про комбайнеров. Кстати, зимой он выглядит более так фантастично. Ну и в округе здесь всякие веялки, сеялки. Здесь раньше было учебное хозяйство, сельскохозяйственное, а потом Советский Союз кончился. Да, оно так и развалилось. Ну, в общем, вялотекущая какая-то фигня. Вот. Но, согласитесь, комбайн впечатление производит. Правда, его там растаскивают, но осталась куча всяких штучек, дрючек и так далее. Да. На самом деле, сейчас я другой объектив поставлю. На этом не очень хорошо видно. Так, я вернулся. Вот, смотрите. С этим объективом побольше видно всего. Итак, заброшенный и ненужный комбайн. Прикольно. Начал говорить, а зимой он весь белый такой, и тут падает снег, и все это так аутентично выглядит. Прям круто-круто. Да. Бомба. Вот же. Так, туда мы не пойдем. Так, а что у нас там внутри? Внутри там всякие приспособы и прочее. Так, пойдем обратно. Вообще тут даже есть череп коровы. Смотрите, сейчас покажу. Это черепушка коровья. Да. Колеса, мухи. В общем, знатный заброс. И комбайн. Ну круто же, блин. Странно, что не попилили его ни на что еще. Хотя двигателя там нету, ну и ладно. Да. Так, а что у нас тут есть? Кроме комбайна. У нас тут есть... Старые сеялки, веялки,
тоже, смотрите, какой механизм. Крутяцкий. Вон там вдалеке машинка разобранная. Тракторочки стоят. У меня сегодня сельскохозяйственное такое путешествие. Надо будет туда доехать.